Сейчас мы выясним, разбираются ли тюменцы в старорусской системе исчисления. Аршин – это сколько? Метр, наверное. Метр? Вот если вот руку, это вот сколько будет от руки? Вот так вот метр. Ну, если вот... Вот так вот метр. Аршин? 16, что ли, метров? 16 метров? А сколько аршин? Не знаю, примерно столько. Возможно, 8 чего-нибудь. Людей. Нет, не людей. Не знаю, от, наверное, от кончиков пальцев до локтя. Метр. Метр. С половиной. Древнерусская вся система измерения была это в пропорциях к человеку. К примеру, вот сажень, вот косая сажень, вот, вернее, косая сажень и так далее. Две будет аршины, три. Рука – это три аршины. Но. Почти. Рука – это одна аршина, аршин измеряется рукой. Mm-hmm. Ага. Четушка. Это какой-то музыкальный инструмент. Сколько вот будет четушка из 0,5? Ну, сантиметров 40. Сантиметров 40. Да. Четушка. Что? Четушка. Чекушка? Четушка. Ну, четушка. Четушка. Четушка? Я такого вот, если откровенно говоря, вообще не слышал. А вот созвучное слышали? Чекушка. Чекушка – это 250 грамм. Вот правильно, абсолютно верно. То же самое, да. В радиусе, там, в диаметре головы? Четушка в диаметре головы. Что нет? Ну, четуша, как ушко звучит. Вот скажи мне, из этой бутылки сколько будет четушка? Половина? Правильно? Да. Серьезно, правильно? Да. Пуд. Ладонь? Я не знаю. В чем измеряются пуды? Пуд не в ладошке? Не в ладошке? Ой, это тоже какая-то единица измерения. Что-то с километрами связано, я так думаю. Это, наверное, сколько-то километров, такое точное количество я не знаю. То есть 100 пудов – это 100 километров? Это килограммы. Пуд – это 16 килограмм, по-моему. Пуд – 16. Пуд – 16. Пуд – 16. Вот, это хоть помню. Пуд – это сколько? 16 килограмм? Да. Это уже, по-моему, знает даже новорожденный. Это, наверное, одна нога, стопа. Нет? Ну, слышали выражение 100 пудов? Да. И сколько это пудов-то? 100, наверное.